Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Треводном. Сегодня у нас будет, в общем, очень грустная история. Я понятия не имею, что у нас сейчас происходит на трассах. Во-первых, в первую очередь обращусь к группе экстремального передвижения. У нас с вами, похоже, одинаковая проблема. Я в буквальном смысле, то, что у нас ломают трассы. В первую очередь, разнесли мою трассу. Это еще не самое главное. Эту трассу могу сделать, хотя неделю это будет быстро. Остается только ГПСК трасса, но у нас, похоже, проблема идет следующая. Проблема переходит на ГПСК трассу после моей. То есть кому-то не нравится трасса, естественно. И у нас, похоже, естественно, идет тоже проблема. Вот такая на ГПСК трассе. Короче, кто-то скинул поворот, сделанный гэпами. У нас вообще ни хрена ничего не осталось. Кто-то скинули прямо вниз. Снимаю на коротку. Кратко и быстро. То есть я не знаю, кто это делает нахер. Я как предполагаю, либо хулиганы, либо еще что-то. Кто-то решил серьезно взяться за все наши трассы и сломать их нахер. Надежда только одна осталась. На тикдроп. Возможно, я понятия не имею, что будет дальше весной. Они же потом приедут, будет все перестраивать. Тикдроп, конечно, мне жалко очень. Да, мои трассы уже нет. Ребята, которые ломают наши трассы, они не знают о моей еще одной дороге. Она находится вон там внизу. И там дроп высокий стоит. Чуть ниже дигдропа. Наполовину хотя бы там. Где-то так. В среднем 1 метр 60-70, где-то так. Почти 2. Вот это сюда по всему скинули вот отсюда вниз. Сами подумайте, посмотрите, это тут стоит, а это выломано отсюда напрямую, то есть просто взяли и скинули вниз. Это сделал не один человек, я бы это так с легкостью не сделал. Мне бы пришлось сначала выкапывать вот здесь вот все, что мне нужно, а они, их несколько, ребят, их несколько, и они решили как-то... Я пока делать ничего не буду, потому что там песок, и он опять, как всегда, летом рассыпется. Я буду ехать скользить по трассе, но мне это уже не нравится реально. Мне нужно что-то подобное, как гэповская. Поэтому хоть этот живой вылет. Он земляной, конечно, его никто ломать не будет ногой. Вот так вот, ребятки. Поэтому всем удачной стройки на весну. Я тоже надеюсь, чуть придумаю. Блин, скользко. Спускаюсь просто. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я все понимаю, конечно. Если вы сейчас понимаете, что это я типа специально за основал свою, потом начал ломать потихоньку гэповскую, но нет. Просто, во-первых, если это бы я сделал, то мне бы пришлось заступаться за самого себя, чтобы потом с гэпами устраивать драку. Но
первую очередь, я скажу честно, драка – это не мой профиль. К сожалению, я в армии не служил, чтобы доходить до драк, но, в принципе, наваляться там можно нахер, нормально. Но я не стану ГПовскую трассу ломать, из-за того, что она мне тоже нравится, во-первых. Но какой смысл ломать? Опять же, нахрена, я не знаю. Про тривыли-то, это мы уже просто забудем на то, что было давно. А так, я сейчас понятия не имею, кто ломает здесь трассы. Снесли уже поворот, к сожалению. Короче, весной будем разбираться, смотреть. Слушайте, а может мне стоит позаниматься слежкой? Ну, найдем предателей. Займемся. А может, и на видос засниму еще этот бит доказательства. А как бы потом найдут их и наваляют им неплохо. Ладно, всем удачи, всем пока-пока, друзья.